Шеф-повар Максим Григорьев. Омлет Пуляр. Сегодня хочу предложить вашему вниманию пышный и вкусный омлет матушки Пуляр. По легенде, матушка Пуляр вместе со своим мужем, когда-то очень давно, открыла харчевню на северо-западном побережье Франции и угощала своих гостей вот таким вкусным омлетом, который отличался от остальных омлетов особой нежностью, пышностью и оригинальностью. Омлет стал очень популярным, и молва о нем разнеслась далеко по всей округе. Время приготовления – 25 минут. Ингредиенты. Молоко 2 столовые ложки. Перец черный молотый 1 щепотка. Соль 3 щепотки. Яйца куриные 4 штуки. Шаг 1. Для работы нам понадобятся яйца, молоко, соль, черный молотый перец. Шаг 2. У 4 яиц отделить белки от желтков. Шаг 3. Желтки соединить с молоком, 2 столовые ложки и 1 щепоткой соли. Слегка взбить вилкой. Шаг 4. Белки взбить с 2 щепотками соли до пышной устойчивой пены. Шаг 5. На сухую, горячую сковороду большого диаметра, желательно с тефлоновым покрытием, огонь чуть ниже среднего, вылить желтковую массу, разровнять и подождать, пока она схватится. Шаг 6. Затем уменьшить огонь до самого минимального, выложить на желтки белковую массу и разровнять ложкой. Крышкой сковороду не накрывать. Шаг 7. Готовить, пока белки не схватятся сверху. Они должны стать пружинистыми сверху и не должны прилипать к пальцу, когда к ним притронутся. На это уходит, в зависимости от диаметра сковороды и величины яиц, от 10 до 18 минут. Шаг 8. Подеть омлет силиконовой лопаткой снизу и сложить пополам. Немного прижать сверху лопаткой. Шаг 9. Переложить омлет на блюдо. Омлет матушки Пуляр готов к подаче. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.